какие ролики снимать на YouTube для того, чтобы набрать максимальное количество просмотров. На самом деле скажу, что совершенно не важно, что вы снимаете. Главное, чтобы это не противоречило правилам YouTube. Советую ознакомиться с правилами YouTube для того, чтобы у вас не было в дальнейшем проблем и ограничений. Дальше вы снимаете все, что вы хотите снимать. И смотрите, на чем вы получаете больше всего просмотров. И примерно по этой теме продолжаете делать съемочки, выкладывайте любую тему, которая вам нравится. Сняли, выложили, сняли, выложили. Таким образом вы сможете отфильтровать те видео, которые больше всего людям заходят. Советую еще правильно подписывать, правильно ставить хэштеги для того, чтобы люди могли найти интересующую их тему. Подписывайтесь на меня, буду рассказывать, буду показывать свои видео, буду выкладывать видео на разные темы. Ставьте лайки для того, чтобы поднять мои видео. Спасибо большое!